Благотворительный фонд столичной полиции «Петровка-38» сделал подарок стражам порядка и их детям. Билеты на красочное шоу Большого московского цирка на проспекте Вернадского. Такая традиция была заложена 33 года назад. На представлении побывала наша съемочная группа. В фойе Большого московского цирка много маленьких гостей. В зрительный зал спешат сотрудники полиции вместе с семьями. Дети и взрослые в предвкушении чуда. В цирке большие интересные львы. Там очень прекрасные представления, они очень красивые, зрелищные. И не ходить туда просто преступление как будто. Там животные всякие, фокусы. Ты ждал этого дня? Да. Сначала я ходила с детьми, поскольку дети были маленькие, когда погиб супруг. А теперь я пришла с взрослым сыном и с младшей внучкой. В цирк прийти это всегда здорово. Я помню, я в этот цирк маленьким ходил, вот я ходил, дети мои ходят, и их дети тоже будут ходить. На манеже начинается настоящее волшебство. Артисты рассказывают трогательную сказку о дружбе, преодолении трудностей, взаимовыручке и любви. Каждый номер – шедевр, который останется в памяти надолго. Сегодня продолжается та традиция, которая была учреждена 33 года назад. Юрий Владимирович Никулин, как член правления благотворительного фонда «Петровка-38», сказал в 90-м году о том, что праздник День милиции мы будем праздновать в цирке. И вот с тех пор мы эту традицию не меняем. Красочное шоу длилось 3 часа. Зрители смотрели, затаив дыхание. Ольга Горшкова, Сергей Никиров, «Петровка-38».